Наладить свое пищевое поведение было сложнее всего. А свою работу я оцениваю, ну, наверное, на 4, потому что под конец и тренировки пропускались, но это было как бы причины, как бы там, ну, не могу сказать. Ну, а так как бы все понравилось. Вообще, что больше всего запомнилось в участии в проекте, или не пожалела ли вообще, что пришла на него? Я не пожалела, что я пришла, потому что это был толчок для меня, чтобы начать сбрасывать свой лишний вес. Но по себе видишь, результаты есть или нет? Замечает ли это окружающие? Ну, в первую очередь, ты сама замечаешь? Конечно, я замечаю. У меня вещи стали свободнее, люди замечают. Ну, как бы я вес скинула не очень большой, но я считаю, что нужно его сбрасывать постепенно, чтобы его потом в дальнейшем удержать. Вообще планируешь дальше заниматься спортом? Либо на проекте вообще заканчивается для тебя история спортзала? Ну, в спортзал ходить буду или нет, я не знаю, а продолжать правильно питаться я собираюсь как бы в дальнейшем. А с спортом не знаю, просто времени сейчас пока нет на спорт. Ясно. Что бы ты хотела сказать людям, которые только собираются прийти в спортзал? Какие слова, может быть, мотивационные или поддержки? Ну, как бы заняться собой нужно. Будет трудно, вначале будет очень трудно, но надо себя пересилить. Как бы, ну, первую неделю будет, вот, допустим, питаться будет очень тяжело, а там потом нормально все. Как бы, главное вот первую неделю пересилить себя и все. Что больше всего запомнилось на проекте за все 3 месяца? Ну, команда наша запомнилась, весело было. Не знаю, тренер хороший у нас была. Аня, спасибо ей большое.